В Доме культуры состоялась торжественная церемония награждения членов участковых избирательных комиссий. 22 декабря прошли выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа. Во время голосования на каждом участке присутствовало большое количество наблюдателей, но серьезных нарушений зафиксировано не было. Большая психологическая нагрузка легла на плечи членов участковых избирательных комиссий, но они выстояли, показали свой профессионализм, показали свою хватку, то, как они могут работать, как они могут мобилизоваться и грамотно реагировать и отвечать на ту или иную ситуацию. Со сцены собравшихся за профессионально проведенную работу во время избирательной кампании поблагодарил глава муниципалитета Валерий Венцель. Без вас не состоялись бы и выборы, без вас этот результат не был бы легитимный. И легитимизация данного результата мы очень ярко и четко наблюдали, когда Элла Александровна Панфилова выразила слова благодарности руководителю Московской областной избирательной комиссии Илье Сергеевичу Березкину за организацию проведенных выборов. Всего на территории муниципалитета в день выборов работало 63 участковые избирательные комиссии. Представителям УИКов глава вручил благодарственные письма. Среди тех, кто работал на участках, были как новички в избирательном процессе, так и те, кто уже много лет занимает активную гражданскую позицию. У меня комиссия профессиональная, которая уже давно. Моя задача была подготовить их, чтобы у них все было для работы. А уже день выборов они все сделали сами, профессионально, четко. Даже не то, что удивительно, а горд за них, что такая команда у меня была в эти выборы. Участок наш находился во второй школе. Принимал я участие во второй раз в избирательной кампании. Работа проходила организованно. Мы очень благодарны нашему ТИКу за помощь. Очень благодарны ИКМО. Мы получили очень большую поддержку информационную, организационную. Поэтому все было в рамках. После торжественной церемонии состоялся концерт с участием творческих коллективов муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».